Исполняющий обязанности главы округа Владимир Волков вручил люберецким медикам награды государственного образца. Признание за заслуги в здравоохранении получили 26 человек. Тему продолжит наш корреспондент. 21 медаль Луки Крымского и 5 почетных грамот президента Российской Федерации теперь в руках люберецких медиков. В стенах поликлинического отделения номер 6 собрались медицинские работники со всего округа. Их профессионализм и верность работе, особенно в период эпидемии коронавируса, отметил Владимир Волков. В конце 20 века уже все думали, что не будет таких болезней, эпидемий, по крайней мере, обыватели. Но вы были в самом гуще событий, вы находитесь на своих местах, вы оказываете помощь. Первую помощь. Государственные награды вручали медработникам с разным стажем. Валентина Королева в должности медицинской сестры отработала более 50 лет. Всего полгода назад вышла на пенсию. Решение далось нелегко. Для нее работа была больше, чем просто работа. Я медсестра по жизни. Много лет я медсестра. Я люблю очень людей, поэтому я не могла свое место никогда уйти. Так работала до последнего. С 2020 года люберецким врачам вручили уже 122 государственные награды Российской Федерации. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.